Ребят, всем привет! Сегодня у нас новая рубрика «Контрольная закупка». К сожалению, данная рубрика у нас началась уже не по плану. Почему-то продавец отправил. Именно он отправлял через ДЭК. Я указал один адрес, почему-то товар пришел на другой адрес. Не знаю, с чем это связано. Видимо, там какие-то внутренние проблемы у СДЭК. Надеюсь, это так. Но данный продавец мне почему-то об этом не написал. Я приехал туда в одно место. Вероятно, вы сейчас видите флешбеки этого мероприятия. Сейчас, естественно, пришлось ездить в другое место. Сейчас оттуда дойдем. Вон туда нам. Для дебютного ролика, естественно, выбрал топового продавца, у которого должно быть все отлично, ну, я так надеюсь. Я просто написал, заказал, он даже не в курсе то, что я снимаю ролик и, скажем так, оставляю на него ссылку. Я просто не увидел то, что данный сет, который я давно хотел, стоил 4000, там, 3999. Естественно, я его сразу заказал, поэтому здесь, ребят, нет никакой рекламы, просто проверяем, скажем так, как есть. Ребят, все отлично, забрали посылочку, даже нам выдали пакетик. К сожалению, нет смысла его там открывать, смотреть, как товар приехал, скажем так, целый, не целый, потому что это СДЭК. Здесь, естественно, даже если что-то побилось, то возврата не будет. Идем сейчас домой, ставим свет и смотрим, скажем так, что нам приехало. Все, переносимся туда. Фу. Хоп, ребят, вот мы и дома. Давайте распакуем посылочку, которую нам прислали. Ребят, впервые перед вами открываю, еще не скрывал, не смотрел. Все, как говорится, как есть. Открываем. Та-дам. О. Так, напихнута куча бумаги. Так, все, ребят, больше ничего нету. Только бумага сверху. Я думал, будет пупырка, еще что-то. Ну, увы, ничего такого нету. Причем бумага просто в СДЭКе везета, походу. Так, ну что, состояние хорошее. Доехало все ровно. Вот, надеюсь, вам все видно. Ну, по мне, зачет. Смотрим дальше, нет ли там косячков. Смотрю на блистер. Вроде все ровно. Да, я просто это, люблю собирать именно в запаке, поэтому, ребят, для меня упаковка очень важна. Не знаю, как для вас, думаю, тоже цените упаковку, поэтому смотрите внимательно. Ну, как бы для этого рубрика это и сделано, чтобы отбирать, так сказать, интересных продавцов, которые хорошо все упаковывают. Конечно, сет бомба. Сет прям офигенный. Чуть-чуть есть всякие изгибы, но это все лечится. Просто кладете либо под книжку, либо просто несколько премов в кучу, скажем так, сверху, друг на друга, ровненько, и они все выпрямляют сами себя. Так, вот этот еще. О, ребят, это прям офигенный. Я не знаю, как вам передать эти ощущения, но просто он очень тяжелый. Если, допустим, сравнить по весу, в Disney есть типа тоже грузовичок, но этот, наверное, как будто полтора грузовичка, короче. Ну, именно который такой фиолетовый грузовик, если кто не понял. Блин, офигенно выглядит, прям потрясно. Сейчас разглядим их еще поближе, покажу все, так сказать, в деталях. Пока смотрю просто на состояние. Битый, не битый, блистер, все дела. Так, все целое вроде как. Да, все отлично. Блин, вот это офигенный Мерседес. О, сказка. Продавцу однозначно респект, доехало все отлично. Состояние модели прям шикарное, мне нравится. Здесь, как говорится, жирный плюс. Давайте, если по баллам, то 5 баллов за состояние модели. Упаковка. Ну, упаковку, наверное, можно поставить все-таки 4 балла, потому что я предполагал, что будет бумажный скотч вот здесь наклеен, чтобы блистер не треснул, если что. И пупырка. Этого не увидел, поэтому все-таки можно балл убрать. Цена. Цена 5 баллов. Хотел бы поставить 6, но, к сожалению, 5 максимум. Данный сет стоил 3999 плюс 400 рублей на доставку. Ребят, ну вообще сказочная цена. Если сложить все вместе, то выходит, что цена детского мира. По мне это прям, ну можно сказать, за спасибо почти. Короче, за цену респект, но есть маленький нюанс. То, что
была какая-то акция, видимо, распродавал товар, который залежался, и поэтому сделал такую цену. Если ты хочешь такие акции видеть, то обязательно подписывайся на телегу, потому что когда я увидел эту акцию, я сразу же ее добавил в телегу, чтобы другие тоже могли взять. Кто успел, тот красавчик, пишите в комментарии, взяли ли вы данный сет по этой цене. Кто нет, ну, переходите по ссылке в описании, оставляю ссылку на продавца, на его группу, и, естественно, там сможете все, так сказать, отслеживать и заказывать. А группа еще называется 1.64 Hub, одна из самых топовых по продаже Hot Wheels. Но если рубрика вам понравится, будем искать еще более выгодных продавцов, возможно, будут какие-то риски, ну и еще будем смотреть, что да как. Так, давайте рассмотрим модели поближе. Рассмотрим модельки поближе. Кому интересно, кто еще не видел, хотя, думаю, уже многие видели, потому что сет уже достаточно старенький, но все равно очень топовый. Вот этот Porsche прям обожаю, ребят. Обожаю 911, это прям супер. Офигенный Porsche. Когда-нибудь, может быть... Ладно, не буду зарекаться, но очень хочется реально такой. Прикольно. Мне очень нравится. Цвет, конечно, на любителя. Вот Audi. Почему-то подумал изначально, что это какой-то Mercedes, но нет, это Audi. Вот снизу написано. Что-то как-то не обращал внимания, но на самом деле данная модель мне не очень интересна. Плюс на ней колеса, мне кажется, не очень идут. Такое ощущение, что их с Mitsubishi какой-то сняли. Ну да ладно. Вот этот Mercedes... Очень прикольненький, такой спортивненький, классненький, прямо AMG, все дела, мне нравится. И я думаю, что если вот эти колеса стояли бы на той Audi, смотрелось бы куда лучше. Ну, вообще, класс. Карты очень красивые, прям огонь. Нравится. Вот данная модель, по моему мнению, одна из лучших в данном сете. Конечно, я понимаю, что каждому свое. Ну, мне вот это очень нравится. Прикольно сделано. Радует то, что нет никаких лишних надписей, картинок сбоку кузова. Прям огонь. Колеса в тему, все в тему. Цвет достойный, очень прикольно сделано. Ну, я очень доволен данной моделью. Это, конечно, немножко выбивается по стилю, потому что все те, как будто городские, это с трека приехало. Но ничего. Сану очень клевенькая, прикольненькая. Раскраска интересная. Хотя, если бы вот это вот была бы, допустим, без этого тюнинга, просто классическая, было бы прям очень потрясно. Конечно, я думаю, ее бы мало чем от мейна отличало бы, но все равно было бы достойно. Было бы очень прикольно смотреть на такого классического. Это же типа кабан, да, ребят? Ну, подскажите мне, я просто не очень шарю в этих всех мерседесах, поэтому подскажите мне в комментариях. Ну, по идее, если бы он был просто черный, либо белый, то он бы был бы как кабан такой, прям, из 90-х. Тоже прикольно было бы. Ну, ничего. Надеюсь, вам понравилась новая рубрика Hot Wheels контрольная закупка. Мне кажется, прикольный формат. Будем заказывать модельки, скажем так, у тех, кто может заказать это через eBay. Кстати, скоро жду новую посылку. Едет, короче, посылка с eBay. Прям очень офигенная моделька едет. Редкая пипец просто. Сказали, что на весь eBay было всего 3 модели. Так что, ребят, как думаете, что там за модель едет? Пишите в комментариях. Ну все, ребят, всем хорошей охоты, хороших закупок. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока.